Покупатели и собственники турецкой недвижимости разводят руками. Турецкие законодатели подбрасывают сюрприз за сюрпризом. Только в октябре вступили в силу новые правила получения ВНЖ на основании покупки жилья, обнародован закон о краткосрочной аренде жилья. Но вопросов-то меньше не стало. Как реально работают эти законы? Как действовать тем, кто уже владел недвижимостью в Турции, и тем, кто только собирался ее покупать? И главное, что будет с ценами в ближайшее время? 16 ноября мы проводим онлайн-вебинар с Юлией Байдан, директором компании Profit Real Estate. На нем мы изучим ситуацию на рынке Турции. Дискуссия будет жаркой, а ответы полезными. Регистрируйтесь и приходите.